отменил поездку в Грузию после убийства президента этой страны сепаратистами из Абхазии. Продолжение боевых действий в Абхазии и Южной Осетии препятствует надеждам Грузии вступить в западные сообщества. Промышленный барон Камбаян Николадзе захватил сегодня власть в государстве с помощью бескровного переворота, заняв место в президентском дворце при поддержке политиков и армии. Харизматический миллиардер планирует провести выборы в ближайшие дни, чтобы узаконить свою власть, и обещает чистые и выгодные отношения с Америкой и Западом. Проводя высокоскоростную оптоволоконную связь в те районы Восточной Европы, в которых менее 10 лет назад не было даже телефонов, технологический скачок в основном обусловлен действием развивающихся информационных предприятий в Голландии и особенно в Грузии, где президент... Вице-президент назвал свой визит в Грузию честью и назвал грузинского президента Камбаяна Николадзе человеком со своим взглядом на будущее. Сэм Фишер, не могу поверить, что ты превзошел меня. Мне нравится быть лучшим. Привет, полковник. Можешь называть меня по имени. Комната защищена. Ламберт. Рад снова видеть тебя. Думаю, дела в УНБ идут неплохо. Нормально. Все были очень осторожны в том, что мне разрешено знать. Такова природа агентства. Мы не позволяем никому знать все. А поэтому мы должны работать все вместе. Даже несмотря на то, что я буду действовать в одиночку. Нам будут сообщать о твоем положении столькими способами, что ты даже вообразить не можешь. И мы будем на связи через твои наушники и ПСС. Так же, как мы общались на тренировке? Ну да. Прости, что заставили тебя пройти подготовку. Я знаю, что ты следишь за своей формой. Я несколько лет не участвовал в полевых операциях. Я знаю, но мастерство не пропьешь. Как нельзя разучиться кататься на велосипеде. Или носить большие звездочки. Поосторожнее, Фишер. Все, что мы говорим, прослушивается. Ты знаешь, какое у нас нервное начальство по поводу соблюдения свободы слова? Я справлюсь. Нужно быть лучшим, а не справляться. Третий эшелон – это новое начинание. Роль агрессивных разведывательных операций, которые будут проводиться в будущем ОНБ, будет сильно зависеть от твоей работы. Увидимся на той стороне полигона. Ладно, Сэм, давай начнем. Ты меня хорошо слышишь? Привет. Хорошо, это означает, что имплантированные динамики работают нормально. Да, тут техники хотят откалибровать твое снаряжение. Ты можешь повернуться к красной аварийной лампе на стене слева от тебя? Отлично. Теперь к той, которая справа. Ладно, теперь тоже для вертикали. Посмотри на еще одну лампу на стропилах под потолком. Отлично. Теперь посмотри на ту, которая на земле, прямо перед тобой. Ладно, Фишер. Мы постараемся покончить с этим как можно быстрее. Начнем с простого. Залезь на выступ вон над тем бассейном. Вот тут мы и посмотрим, что ты можешь. Ты перед основным полигоном. Я вернусь, когда ты пройдешь его.
Хорошая работа, Фишер. Как только ты сумеешь пройти через ворота, мы перейдем к тренировке секретных операций. Ты переходишь к секретной операции. Цель – проскользнуть по территории, оставшись незамеченным. У нас там есть свои люди. Несколько лучших инструкторов ЦРУ любезно согласились стать твоими жертвами. Следующая дверь заперта, Сэм. Тебе придется воспользоваться своей отмычкой, чтобы пройти через нее. Следующая дверь заперта кодовым замком. У парня, охраняющего дверь, есть код к этому замку, но ему приказано не сотрудничать с тобой. Убеди его в обратном. Привет. Привет. Я тебе не нравлюсь, верно? Не так сильно. Но прости. Какой код у двери? 28469. Рад был с тобой поработать. Взаимно. На следующей двери стоит сканер сетчатки глаз. Эти штуки дешевые, а взломать их почти невозможно. К счастью, вопрос лишь в том, как доставить сканеру нужный глаз. Как правило, глаз офицера. Джентльмена, который стоит впереди, сканер распознает. Убеди этого парня открыть дверь. Понял.
Доложите передачу. Понял. Давай поработаем над скрытностью. Твое оружие должно быть последним доводом. Невидимость — вот твое лучшее оружие. Мы установили на твоем обмундировании сеть фотоэлементов, соединенных со счетчиком видимости твоего ПСС. Если счетчик показывает 4, то ты сияешь как публичный дом. Если 0, ты стал тенью призрака. Системой наблюдения обнаружен человек, вторгшийся в управление. Я вижу тебя на мониторе, Сэм. Попробуй еще раз. Камера безопасности видит постороннего. Я вижу тебя на мониторе, Сэм. Попробуй еще раз. Некоторые камеры довольно хрупкие, и все, что тебе нужно сделать, чтобы пробраться мимо них, просто прострелить их. Иногда единственный способ миновать камеру — держаться в тени и точно рассчитывать свое движение. Оглуши стражника в коридоре и спрячь его тело, пока этого не заметил охранник. Ладно, Фишер, давай приведем еще одного охранника, чтобы оценить твою работу.
Я снова видел тебя. Старайся получше. Ладно, Фишер, давай приведем еще одного охранника, чтобы оценить твою работу. Хорошая работа, Сэм. Помни, что благоразумие жизненно важно для наших операций. Если ты будешь заметать свои следы, то это в перспективе очень нам пригодится, чтобы доказать, что мы необходимы. В следующем коридоре все то же самое, но со звуком. Я буду прослушивать несколько вмонтированных микрофонов. Ты уже начал? Фишер! Господи боже, ты уже дошел до конца! Феноменальная работа! Идем дальше! Должно быть, это он. Ну да. Сэм Фишер, позволь мне представить тебя Вернона Уилкса-младшего. Привет. Здорово. Я слышал совершенно безумные рассказы о твоей работе. Я надеюсь, ты не думаешь, что я рассказывал ему твои истории про Кувейт? Мы тут все друзья. Точно. Уилкс давно в УНБ. Он будет твоими колесами, крыльями и оружием. Он отвечает за транспортировку и оборудование. Отлично. Без вопросов. Приятель, тебе должно быть не терпится вернуться к работе, а? Это все, что я умею. Ну что ж, это все, что нам нужно. Добро пожаловать в УНБ. Я уверен, что все пойдет хорошо. Третий эшелон — совершенно новый проект, и нам многое придется доказать. Это точно. Вы двое будете первым оперативным отрядом третьего эшелона. Будьте готовы к этому и не подведите нас. Добро пожаловать в УНБ! Это будет больно. Продолжай. Держи.
О боже, это ужасно. Что? Грим вонзает тебе в голову провода. Я должна синхронизировать кодовые знаки его подкожного датчика и форта МИДа. Не зажигай. Я знаю, только когда приземлимся. Лучше поторопись, Грим. Мы прибываем в Грузию через 15 минут. Уже готово. Ламберт. Эй, Ирвинг, ты слышишь меня? Я ее слышу. Он тебя слышит. Ты готов приступить к работе? Я бы чувствовал себя лучше, если бы знал, что происходит. Все, что нужно, ты знаешь. ЦРУ потеряли агента в кабинете президента Николадзе. Ее звали Элис Мэдисон. Они послали агента Уильяма Блостайна, и он тоже пропал. Мы сотрудничаем с ЦРУ? У Блостайна, так же, как и у тебя, есть подкожный датчик. Это поможет определить его местонахождение. Ты не ответил на мой вопрос. Ты там будешь не один, Фишер. Через меня ты связан с дюжиной лучших умов Управления национальной безопасности. У нас в Грузии есть трения. Чтобы понять их суть, тебе понадобится неделя. Я запомню эту речь, Ламберт. Проверим позже. Это первое задание третьего эшелона. Все должно пройти как по маслу. Приземляешься в Грузии. Готовься. Фишер, солнце зашло, пора идти работать. Прежде всего, нам нужно найти агента Блостайна. Ты должен определить его местонахождение при помощи... ...местного управления национальной безопасности. Я уже в пути. В этом городе полно копов. К тому же мы не можем рассчитывать на поддержку Вашингтона, если что-нибудь случится. Все подробности на твоем ПСС. Только не говори, что бургеницы там. Зачем мне говорить то, что ты и так знаешь? Ты должен поторопиться. Гримсдоттер сравнивает данные сонара с чертежами склада. Она будет вести тебя. Сэм, это Гримсдоттер. Если я скажу прыгать, не спрашивай, как высоко. Просто прыгай. Ты должен хорошенько это запомнить.
Сразу за холлом есть комната. Иди туда. Возвращайся в холл и иди к лестнице в дальнем конце. Быстрее, у тебя всего несколько секунд. Господи, еле пронесло. Поворачивай налево и перебегай комнату. В противоположном углу ты найдешь лестницу. Иди по ней на верхний этаж. Связной в этой комнате. Будем надеяться, что он все еще жив. Гургенидзе? Да. Я из УНБ. Мы вытащим тебя. Не беспокойся, со мной все кончено. Ты ведь ищешь Бластайна и Мэдисон? Да. Мэдисон была в кабинете Николадзе. Нашла что-то важное. Бластайн, должно быть, это вычислил. Как мне его найти? Черный ящик Бластайна, ретранслятор его подкожных датчиков. Он надежно спрятан у него в доме восточнее площади Мореви. Ламберт. У тебя есть какой-нибудь способ вывести этого парня? Я же сказал, не беспокойся. Не знаю, что нашла. Мэдисон, но это что-то очень серьезное. Она постоянно повторяла, доказательства приведут к войне. Мне кажется, Николадзе хотел... Гургенидзе вышел из игры. Оставь труп в огне. Тогда меньше объясняться с его семьей. В западной части комнаты есть безопасный выход. Используй его. Слишком сильное задымление. Включи верхний свет. Это было нелегко. Ты живой? Делаю все, что от меня зависит. Хорошо. Твоя следующая цель — черный ящик Бластайна. Если он использовал стандартную схему управления, то ящик находится за поддельной книжной полкой или в стенной панели. Зови Гринько. Это мой приказ. Я буду говорить с Вячеславом Гринько и больше ни с кем. Осел. Гринько, сэр. Это Кит Иван. Мы закончили обыск квартиры американца, здесь больше ничего нет. Есть еще 5 жучков, 2 камеры и несколько электронных приборов. Мы не можем их идентифицировать. Они уже едут в министерство. Да, конечно. Спасибо, сэр. Давай его настрою радио!
американской экономики в третьем квартале увеличились. Есть опасения, что в начале будущего года Федеральная резервная система может в очередной раз повысить ставку банковского кредита, чтобы припаркованным рядом автомобилем нанесен Черт! Какие новости? 40. Три часа назад сердце Бластайна остановилось. Какие у ЦРУ могут быть причины? Чтобы скрывать это от нас. Никаких? Как мило с их стороны поделиться с нами новостями. Связь с его имплантированными датчиками прервалась через 6 часов после его смерти. Его последний активный сигнал был из полицейского участка в нескольких кварталах отсюда. Проверь свой ПСС. Черт побери, Сэм! Эта операция слишком засекречена, чтобы ты открыто бегал по улицам! Сворачиваемся! Это было нелегко. Ты живой? Делаю все, что от меня зависит. Хорошо. Твоя следующая цель — черный ящик Бластайна.
Если он использовал стандартную схему управления, то ящик находится за поддельной книжной полкой или в стенной панели. Это было нелегко. Ты живой? Делаю все, что от меня зависит. Хорошо. Твоя следующая цель — черный ящик Блостайна. Если он использовал стандартную схему управления, то ящик находится за поддельной книжной полкой или в стенной панели. Кто там? Черт побери, Сэм! Эта операция слишком засекречена. Это было нелегко. Ты живой? Делаю все, что от меня зависит. Хорошо. Твоя следующая цель — черный ящик Блостайна. Если он использовал стандартную схему управления, то ящик находится за поддельной книжной полкой или в стенной панели. Куда? Я что-то слышал. Тут ничего и не было. Черт! Какие новости? 43 часа назад сердце Блостайна остановилось. Какие у ЦРУ могут быть причины, чтобы скрывать это от нас? Никаких. Как мило с их стороны поделиться с нами новостями. Связь с его имплантированными датчиками прервалась через 6 часов после его смерти. Его последний активный сигнал был из полицейского участка в нескольких кварталах отсюда. Проверь свой ПСС. Стоп! Что это? Фишер, я снимаю свой запрет появляться на улице. Мы отслеживаем полицейскую волну Тбилиси. Их методы стары, как изгороди Вирджинии. Им не нужна международная огласка, так же, как и нам. Ты можешь воспользоваться любой дорогой. Используй любые средства, чтобы найти этих неуловимых. Человек на полу, он мертв! Эта операция зависит от осторожности. Следи за сигналами тревоги.
нынче не до жива. Тебе больше подойдет плата за аренду места в морге. Да, стали для трупов гораздо дешевле. Да, думаю, нам действительно не трудно будет уложить тебя на такой стол. Нет, ничего не сделать. А как насчет пьянства, беспорядка? Оскорблены офицеры полиции, ругают... Ты сказал, мы связаны с преступниками. Тюремные камеры обходятся недешево. Хочешь умереть сегодня, это бесплатно. Хочешь поспать, это стоит $100. Пожалуйста, я не... Уф. И что нам теперь с ним делать? Посмотри, что у него в карманах. Я свяжусь со штабом. Ладно. На связи третий. У нас здесь 10:53. Возможно, переступ. Можете переслать скорую? Вас понял, третий. Но мы сейчас на пожаре на товарном складе. Поэтому задержимся. Вас понял. Мы ждем. Думаю, я что-то слышал. Какое это движение? Понял. Конец связи.
Круто! Я что-то видел. Эй, что за какое-то движение?
что-то видел. Не заметен! Стреляйте!